Свою иномарку с огромным псом на заднем сиденье к отделу полиции номер 2 мужчина пригнал уже от отчаяния. Не надо, не открывайте. Чтобы понять, что добровольно собака салон автомобиля покидать не собирается, у полицейских ушло несколько минут. То ли от испуга, то ли от агрессии, пес изрядно подпортил салон авто и задрал чехлы и испачкал обшивку. Хозяин тоже получит. В итоге извлечь животное из автомобиля удалось только через несколько часов. Силами наших сотрудников нашего отдела с помощью спецсредств собака была извлечена из салона автомашины. И сейчас она находится на питомнике на территории отдела полиции номер 2. Собака осталась без присмотра. Каким образом она оказалась без намордника и ошейника на территории города Ангарска, пока мы устанавливаем владельца данной собаки.